То есть один раз к профессионалу сходил, а дальше уже... Да, а потом уже можно сами подбирать. Хорошо. Значит, ну так, что мы... помешает? Да, в домашних условиях мы можем предложить подправить виски. Вот, например, у Константина обросшая стрижка, она еще аккуратная очень форма, но уже на ушных раковинах лежат волосы. Ну, в принципе, это чаще всего происходит, да, когда зарастает и как раз с висков. Это возможно... Там так, жене, так, да, или кому-то, или там пошел к соседке, попросил, да, ой, там, к соседке. Валя, подстриги, пожалуйста. Может, даже не соседка, и сосед. Ну, и сосед, да. Вот, поэтому сейчас я такое быстрое два движения сделаю. А меня слышно будет из-за накидки, да? Надеюсь, что да. Значит, отгибаем немножко ушную раковину. Так. И вот. Всего-то. Легкое движение. Как по диагонали вниз, на душную раковину, вниз. И вокруг ушной раковины это движение идет. Ой. Вот видите, как я волнуюсь. Не что? Надо, не волнуйтесь. Я сейчас подниму. Я буду помогать. Нет, она далеко. Она далеко. Убежала далеко. Так. Спасибо. И с другой стороны. Ну, это, нужно, так сказать... нужно просто подержать правильно ушную раковину. И тут вам ушная раковина подскажет, какой должен быть срез. Потому что тут есть изгиб красивый такой. Но это желательно все-таки делать вдвоем. Одному не рискнуть. Нет, одному не рискнуть, это должен кто-то помочь. Понятно. Вот. Ну так вот как вокруг, раз, да. Надо. И, пожалуйста, вот уже на ушах ничего нет, и можно еще недели две проходить, да, с ладно? Этой стрижкой. Ой, замечательно. Да. Слушайте, как... это самое мое быстрое посещение парикмахера вообще в жизни. Серьезно. На самом деле у Константина волосы такие очень густые, есть еще такие ножницы филировочные. И ими тоже не сложно научиться работать, потому что они же не убирают всю длину. Они убирают полноту, толщину волоса. И поэтому одно-два движения, и можно убрать небольшой объем. Если нет возможности посетить парикмахерскую, или ну, нужна стрижка или укладка быстро очень, да, к вечеру. Хорошо, какому-то. А вот я, например, пригласили меня там на вечеринку сегодня. Все, времени в обрез, думаю, так, нет, не хочу я волосы в привычном. Грязные? Ну, грязные, не грязные, в смысле, вы меня сейчас спрашиваете. Нет, чистые. Моем волосы. Моем волосы. Так, моем. Да, и наносим мусс какой-нибудь. Так. Пеночку. Ага, вот я собрался, например, сегодня куда-нибудь, не знаю, на вечер. Вот, так, и, пенку. Да, чтобы не было... Это вот самому можно сделать? Это самому, или так же абсолютно. Звать вот, супругу, соседа? На руки нанесли и по волосам. И этот объем убираем, и вообще будет такая укладка уже более меньше объема. Мы сразу прижимаем этот объем. И можно, в принципе, это каждый день делать. А в если... это можно сделать? И ну, или нет, не будет держаться? Водой можно сделать, но потом обязательно нужно все равно нанести пенку или какое-то средство. Так, хорошо. То есть, в принципе, сейчас мужчины должны Константин знать, что... Константин уже боится, что, да, им... что много нет, будет нанести. Нет, я не боюсь, конечно, но мужчины, видимо, должны знать, что им сейчас придется идти в магазин и покупать мусс такой, да, чтобы оперативно что-то можно в прическе... Ну, почему бы и не купить? Или у супруги позаимствовать, например. Да. То есть, можно и так. Так, салфетку вот не взяла. Вот вопросы пока мы делаем, да, вопросы поступают. Александра Аксенова спрашивает. У меня нормальная густота волос, но структура тонкая. И какую длину просто так, навскидку, посоветуете, чтобы был объем? Это кто спрашивает? Мужчина? Александра. Александра. Дра, да, Александра Аксенова, девушка. Александра. То есть густая, но тонкая структура. Густая и тонкая? Значит, либо короткие стрижки, то либо... есть нормальная густота волос, но структура тонкая. И какую длину, чтобы был объем? Спрашивает Александра. Значит, либо короткую стрижку, так, это везде одинаковая длина по всей голове, либо очень, если идет очень короткая, ну, плотный такой срез, очень короткая каре. И тогда волосы будут выглядеть гуще. Угу. Все понятно. А вот тут как раз Марина Орлова давно уже спросила, будет неправильно мне озвучить этот вопрос. Неумолимо приближаясь к элегантному возрасту, все вокруг советуют остричь волосы. А мне так этого не хочется. Люблю свою длину до плеч. Скажите свое мнение, как можно совместить возраст и длину волос? Ну, на самом деле, вот, конечно, такой вопрос. В любом возрасте любая длина хороша. И не обязательно... И вообще, прическа любая имеет место быть, да? На любом человеке. Еще Коко Шанель говорил, модно то, что вам идет. Модно то, что да, но это не все же знают, что идет. Но даже если человек себе сделал какую-то прическу,
пусть он не сделал по каким-то канонам правильным, любая прическа имеет место быть. Поэтому все красиво будет. У меня все получается, да? Я просто тебя не вижу, поэтому я надеюсь... Пожалуйста. Как это называется? Просто... Может называться такая прическа? Прическа выходного дня? Выходного, или... да. Понятно. Мне также повернуться... А, я же ухо обратно. Да, у вас очень красивые, элегантные такие кудри. Да? Кудри получились. Мы подчеркнули текстуру волос. Подчеркнули сейчас. Вот это немножечко пушистость ушла. Ага. Да, и цвет волос играет. Все заблестело, да. Хорошо. То есть обязательно нужно мужчинам пользоваться стайлинговыми средствами. Вот так вот, слышали, да, мужчины? Ну, обязательно, говорят, если нужно да. пользоваться стайлинговыми средствами. Это мусы, давайте объясним мужчинам. Это мусы, какие-то крема, пенки и бальзамы и даже. Бальзамы даже, он как стайлинг идет. Ольга Владимировна, спасибо большое. Слушайте, вот правда, самое быстрое посещение парикмахера. Замечательно. Ирина, вы давайте попросим еще одну девушку, как раз модель, пройти к нам в студию, чтобы мы продолжили, собственно, нашу беседу. Дополнить хотела про элегантный возраст, да? Да, я проходите, пожалуйста. То есть, считается, что надо посмотреть форму лица. Так. И если дама находится в элегантном возрасте, сделать стрижку. Но стрижка либо короткая, либо до плеч. Дальше считается, уже надо все собирать в прическу. Вот так. Вот так, да. Да, элегантные возрасты, они не могут ходить с длинными волосами, на самом деле. Нельзя, это уже не тот. Не те прически. Хорошо, а что мы сейчас? Сейчас я взяла модель специально, длина волос у меня до плеч, да, короткая. И тоже хочется сделать прическу, сделать самой, потому что некогда... идти в парикмахерскую. Девушка может перед зеркалом сделать себе такую прическу. Это вот... Обязательно начес? Да, обязательно. Начес такой, да? Да, начес. Ну, легкий тупировочек. Легкая тупировка. Это сейчас такая основа. А вот, кстати, какие головные уборы или там аксессуары могут прийти на помощь? Ну, модницам, например. Сейчас ободки очень модно. Всевозможные заколки с цветами. Вот не просто так я сейчас делаю прическу с цветами. Это тенденция 2015 года. Это как раз коллекция была показана в Милане на 2015 год. То есть цветы. Опять кудри, это стиль, который называется именно такой романтичный, да, цветы, кудри, это все это романтика. И вот я сейчас буду использовать дизайнерские цветочки, то есть это же можно легко сделать перед зеркалом. То есть я закрепляю цветы, давай так. А, кстати, где можно отслеживать вот тенденции модных причесок? Вот вы сказали сейчас, прически 2015 года. Ну, моду нам диктует Париж, Милан, Лондон. Там все это и отслеживается. Да. Всем туда ехать. Всем да, туда нужно поголовно. Всем ехать на показы, смотреть, что диктует нам сегодня. Ну, в общем, вот довольно все просто. Цветы. Цветы закалываются невидимкой. Да. Закрепляются, да, невидимкой? Да, цветы закрепляются невидимочками. Так, вот еще сюда. Такая вот заготовка. Даша мне помогает. А вы вообще вот как мастера? Сторонники окраски волос или все-таки считаете, что волосы желательно не красить? Сейчас такие технологии, что красить можно и беременным, и кормящим, и юным леди, и взрослым. То есть просто надо правильно выбрать цвет, который идет, выбрать продукт. Ну, подобрать, может быть, один раз специалистом, да, потом уже. Ну, вот всегда, тут, кстати... я говорю, не надо краситься самой. Это точно. Это точно. Оксана Синица, кстати, спрашивает: раскройте секрет. Когда крашу волосы дома,
все по инструкции. Краска сходит недели через две. А когда разоряюсь на салон, держится не меньше месяца. Что в салонах в краску добавляют? Там просто правильно подбирают краситель. Вот. И потому что есть волосы ухоженные, есть проблемные волосы. Mm-hmm. И подобрав правильно краситель, оттеночный или химический, или прямого действия, цвет, конечно, будет на волосах держаться больше времени. И вот. Еще... А тонирование, да. Я считаю, что если человек не любит краситься, то для блеска, для более здорового вида тонирование просто обязательно. Mm-hmm. И еще, можно я добавлю, Оль? Значит, что важно, когда волос разрушен, и он, волос же на 70% состоит из аминокислот. Когда волос разрушен, покупают краску и красятся дома. То есть, но в салоне сначала восстановят аминокислотный слой волоса, восстановят его, сделают материал, и потом только будут делать цвет. Поэтому цвет будет держаться дольше и лучше. И всегда в салоне сначала делают материал, потом цвет и только потом форму. Mm-hmm. Вот, вот, вот и весь секрет. А мелирование не вредит волосам? Нет, не вредно. Нет, сейчас такие продукты, опять вернусь, то есть опять же, да? Да, к разговору. Ничего не то вредит. Есть уже другие технологии, что нет, но ничего. Опять-таки мелирование считают, что чаще всего делают таким мощным красителем, как осветляющий порошок. Но есть много ухаживающих средств, которые после мелирования применяют, и волосы не страдают нисколько. Ну вот самые общепризнанные мастерами, естественно, да, распространенные модные стилистические ошибки, которые чаще всего совершают мужчины и женщины, которые собираются выйти в свет. Какие это ошибки? Ну, конечно, есть ошибки. Все люди не застрахованы от этого. То есть... Кто как одет, да, то есть прическа, она же ведь подбирается по тот стиль, как вы одеты и куда вы идете. То есть, то есть сейчас же был вопрос по поводу делового стиля, да, если я в офис сделаю кудри. Ну, то есть главное не ошибиться со стилем и с тем местом, куда вы идете. Да. Если это работа, значит, это должно быть что-то собранное и так далее. Вот, если это... Знаете, я вот о чем задумалась и задумываюсь в последнее время. Почему у нас в школах не вводят программу такую, как правильно одеться, как правильно сделать прическу для девочек в школе? Вплоть до туфель, колготок. Вот, ну, вот, на вот это пора уже, на пора. Это ведь еще есть и родители, которые тоже могут посоветовать что-то для жизни. Поэтому не только школа должна все как-то обучать, как мне кажется. Хорошо, вот мы должны как-то так уже потихонечку даже быстряться и закругляться. То есть мы сейчас вот эту прическу уже я доводим сделала, до совершенства. Да, элемент плетения. Так. Все. Немножечко делаю текстуру, объем, да, то есть у нас будет прическа, цветы, романтика, то есть вот эта тенденция. Это как раз можно и на вечер куда-то. Да. Это можно обыграть и в свадебной прическе, если одеть платье свадебное. Это можно обыграть и как выпускную прическу, и вечер. Все зависит от одежда, то платье, да, что одевает. Ну да. Можете какие-то основные правила красивой прически привести? Вот буквально короткие, самые основные. Значит, перед прической обязательно нужно мыть волосы. Так. Да. Применять блеск. Так. И лак. Немного, немного лака абсолютно. Блеск. Главное, чтобы, даже если это волосы немножко имеют небрежный вид, чтобы они блестели. Отлично. Вы знаете, вот мне рассказали такую историю, я сам не присутствовал на этом мастер-классе, но тем не менее, действительно, она очень говорящая. На один очень признанный во всем мире специалист, парикмахер, модельер, стилист английский, когда он проводил свой мастер-класс, он очень долго колдовал также над моделью, локон к локону, красиво, все очень достаточно ответственно. А потом он говорит, вот встаньте. Представьте, как раз полюбуйтесь. А наклоните голову вниз и потрясите головой. Потому что главное, чтобы прическа выглядела естественно. Естественно. Еще современной моды, то есть романтическая, романтик-гранж, вот таких два стиля соединенных. И в данном случае мы тоже, у нас есть и гранжевость, и романтика кудри, и плетение, вот эти переплетения, и цветы. Но все-таки согласитесь, где бы мы ни делали, дома ли,
в салоне. Естественно, мы должны все-таки добиваться того, чтобы прическа и смотрелась стильно, красиво и, самое главное, естественно. Все-таки мы, конечно, понимаем и помним всегда о том, что прическа красит человека, и все же не нужно забывать, что все-таки от самого человека многое зависит. Я благодарю вас, уважаемые наши специалисты, и вас, Ирина, и вас, Ольга, за то, что сегодня вы дали очень, очень полезные советы нашим телезрителям. Спасибо большое. Как бы то ни было, следите за своей прической, чтобы действительно быть стильными и эффектными. А мы продолжаем. Оставайтесь с нами.